Это любовь как болезнь, то, что мы испытываем к автомобилям. И совершенно не важно, Honda ли это, Kia, Porsche или Opel. Это личное дело каждого, и это очень-очень здорово. Мы можем раскрыться именно так, как нам нужно. Этот момент, когда ты свой проект или машину, которую так долго строишь, снимаешь с подъемника, берешь ключ в руку, и этот момент, когда ты держишь ключ в руке, он уже неописуем. Ты вставляешь ключ, поворачиваешь, и мотор заводится.